поверите вообще в то, что сейчас вы увидите, потому что... И тут такие дороги, они напоминают Сан-Франциско. Выглядит квартира для женщин. То есть, если вы с женой приезжаете, можно тут какое-то время тоже пожить. Посмотрите, какое кроватки, все беленькое. Покажу примерно, как должен выглядеть настоящий американский гараж. Я пребываю в неком шоке. Американская жизнь началась. В общем, прошло, наверное, буквально час того момента, как нас выпустили. Вот, меня и оператора. Вот, Дима нас встретил на замечательном автомобиле. Вот, сейчас мы приехали в Walmart немножко закупиться всяким стафом. Американская жизнь началась. Ну что, друзья, мы приехали сейчас в церкви, где раздают бесплатную еду. Я хотел бы показать вам, вот это наш, грубо говоря, первый день в Америке, и что здесь можно взять бесплатно в церкви, что раздают вот людям нуждающимся, людям, тем, кто приехал по политическому бежеству, те, кто вышли под бунтом, либо выиграли кейс. В принципе, неважно кому, всем раздают бесплатную еду, и за ней можно приезжать каждый день. Честно, мое мнение, вы не поверите вообще в то, что сейчас вы увидите, потому что в обычном магазине, когда я приходил, я даже не мог позволить себе такие продукты, а здесь ты берешь их бесплатно. Итак, давайте я покажу, что мы взяли. По порядочку сейчас пойдем. Начинаем. Вот такой вот шоколадный торт. Далее, пицца. Куски пиццы замороженные, как бы... три кусочка, здесь какие-то листья салата, большая пачка морковка уже порезанная, бананы, далее здесь какой-то йогурт, миндальный или что-то такое, мяско замороженное, что у нас здесь, капусточка, клубника, а вот посмотрите, это бесплатно дают, вы можете в это поверить, бесплатно, огромная малина, клубника. Далее, смотрите, куча грибов, овощей. Здесь какие-то натуральные, вот миндалинки, еще грибы. Здесь у нас авокадо свежий. Дыня. Дыня. Сок. Мы приехали поздно, поэтому не застали сок, но один пакет все-таки достался нам. Здесь еще овощи, какие-то салат, травы. Посмотрите, какой бокс огромный, руколы, яблочки тоже. Берете сколько хотите, они все один к одному. Огурчики. Томатный какой-то соус. Здесь сливки, кофейку, еще огурчики. Ну, пожалуйста. Ну, все, да? Здесь все вложено? Нет, что-то еще осталось. А вот еще такой вот, какие-то буханочки, хлебушек. То есть хлеба большой выбор. Это мы не брали все. И можно приезжать каждый день, брать вот это все бесплатно. Вы можете в это поверить. Все продукты не гнилые, ничего, свежие, хорошие. Я вот удивлен вообще, посмотрите. Вот, в принципе, цена, но это все бесплатно. Просто мы пришли, показали ID, нас записали и взяли с собой вот все, что мы хотим. Вот сейчас у нас товарищ вот такую вот ID-шку после тюрьмы выдают. Ребята, ну что, я нахожусь сейчас во входе в свой американский первый дом. Этот дом нам предоставила волонтерская компания, то есть все, кто выходит под бонд, либо выигрывает в суде, им можно жить в этом доме. И, в принципе, неважно, какое количество времени, здесь просто все удивительно, не знаю, как фантастично, как мне не снилось, если честно. Вот, красивая лужайка, все выстрижено, настоящая Америка. Я пребываю в неком шоке. Ну что, ребята, мы приехали на обед, сейчас приготовили немножко салатика, пиццы разогрели, все то, что нам дали бесплатно, все очень скромно, по-американски, скромно в кавычках. Вот сейчас я покажу вам, чем мы примерно здесь почиваем и какая у нас вообще обетованная. Не переключайтесь. А значит, сегодня мы будем кушать вот в таком зале американском, окна открываются вверх, мы кушаем салатик с авокадо, всякая зелень. Фрукты тоже сегодня нам бесплатно удалось взять. Тортик, фрукты какие-то. Также покажу немножко. Здесь вот две кровати. Покажу плита, сковородки всякие, холодильник.
Просто смотрите, сиротский холодильник. Выглядит квартира для женщин. То есть, если вы с женой приезжаете, можно тут какое-то время тоже пожить. Посмотрите, какое все беленькое. Сейчас мой друг поехал за своим ребенком, который только недавно родился. И вот уже для него уже приготовили подарки для ребенка. Вы посмотрите, как все четко и красиво. Немного больше подарков. Это все для одного ребенка. Вы понимаете, как здесь люди живут? Елки зеленые, посмотрите, как все красиво. Все для жизни, все для счастливой жизни. Класс. I'm feeling lonely, and I wanna make a start to end the right. Fading it too slowly, where those gonna lift me up this time. Йоу-йоу, ребята, мы приехали сейчас на станцию техобслуживания, где можно арендовать полностью место, подъемник, все инструменты для того, чтобы обслужить самому машину. Сейчас я немного покажу, как это все выглядит. Мы сегодня меняем просто масло, ну, точнее, я просто наблюдатель, Димон меняет на Мерседесе. Посмотрели под низом, все вроде четко. Покажу примерно, как должен выглядеть настоящий американский гараж. Так вы можете арендовать этот подъемник, всего на замену масла выделяется 30 минут, $10, если хотите час, то это $20 стоит подъемник, если просто вам нужны инструменты и не нужен подъемник, то стоит $10 в час. Предоставляет полностью все набор инструментов, сливные системы, все ключи для замены фильтра. Мерседесик прям потихонечку обретает новую жизнь, вот, я чувствую, он попал в очень хорошие руки. Как-то так должен выглядеть гараж. Действительно, очень все круто, спокойно, четко, все продумано. Если вы занимаете гараж более чем на $50 по времени, то у вас еще есть доступ к снэк-бару. Вот такой сервис. Вот мы находимся уже на смотровой площадке, и перед нами открывается весь Сиэтл. Собственно говоря, вот так выглядит смотровая площадка в Сиэтле. Народ чилит, пьет винишко, пиво, все что-то фотографируют. Блин, народ вообще разный. Французы, немцы, все национальности, тут индусы, китайцы прямо стоят. Короче, народ абсолютно разный, во всех странах. Круто. Мы спускаемся сейчас с парка этого. Тут такие дороги, они напоминают Сан-Франциско. Очень серьезные спуски и подъемы. Музыка.
друзья, примерно вот так выглядит духовное мероприятие в парке. Весело, спорт рядом. Так, примерно берешь бесплатно, сколько тебе нужно. Я взял с собой единственное условие, это нужно с собой взять пакеты. Ровный газон, можно ездить прям по нему на велосипедах. Чисто, облагорожено, никого нет, мне здесь нравится. Переходит дорожка.